Яник, вы могли отличиться уже на 5-й минуте встречи, когда обокрали вратаря «Сокола». Что помешало в том эпизоде? Ну, качество поля, как вы видите, не очень хорошее, поэтому оно помешало мне развернуться хорошо с мячом и забить гол. Вам удалось, тем не менее, сегодня отличиться дважды. Вспомните, как забивали голы? Первый мяч я забил головой после подачи хорошей, а второй я просто следовал за Максимом, который тоже врывался в штрафную, и как бы Бог вернул мне тот мяч, который я не смог забить, выйдя 1-1 в матче с «Зенитом». То есть в этом матче мне вернулось все. При счете 2-0 возникло ощущение, что все, победа в кармане, или все-таки понимали, что еще придется потрудиться, чтобы добыть 3 очка? В футболе вообще нужно, чтобы голова всегда была холодной, и забив 2 мяча, все равно мы должны были продолжать быть концентрированы. Концентрированно нужно быть во время матча всегда, с первой до последней минуты. И мы продолжали гнать нашу цель. Наша цель была еще забить, но нам удалось забить 3-й мяч. Вы уже во 2-м матче подряд отличаетесь и забили уже 3 мяча. А вообще ставите для себя какую-то планку, сколько мячей хотели бы забить? Ну, для меня, конечно, приятно то, что я забиваю 2-й матч подряд, и вообще приятно забивать голы. Но в целом для меня важно, чтобы выиграла команда. Я выхожу на каждую игру как на бой, на новый бой. И каких-то целей для себя, естественно, мне нужно забить, но чтобы команда, то есть если выиграет команда, я не забил, ничего страшного, главное, что конечный результат для команды. А голы не придут, естественно, хотелось бы забивать и дальше.